Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Сегодня рыбная тарелочка. Была мясная тарелочка, стала рыбная. Значит, тут розовая рыба, крабовые палочки, в кавычках. Это зубатка. И селедка соленая, обычная в масле. И сыр. Плавленый, копченый, колбасный. Так, два куска булочки. Чихнул опять на весь интернет. Так. Что ж, приступим. Пока чая нет, чай заваривается. Всем приятного аппетита и просмотра. Соленая. Да. Оказывается, есть селедка горячего копчения. Да, есть. Угу. А просто нет. А я думал, нет. Разбивает, наверное. Нет. Не купить. Кстати, этого горячего, это мы. Что я сказал, кстати? Балтийский берег. Это не реклама, конечно. А я думал, что нет такого. Очень вкусно. Рыбная тарелочка с сыром. Ну-ка попробуем сейчас селедочку. Да, соленая. Ой. А есть такой шу. Кошмар. Огурцы такие. Арбузный огурец. Надо же. Первый раз вижу. Чтоб арбузы были такие маленькие. Ну, это сорт такой. Огурца. Арбузный огурец.
Угу. Мадыша. Такие маленькие-маленькие. Арбузики на один зубок. Что только не продают. Вкусно? Очень. Да. Даже набор продается. Чайный гриб. Да. Банка, марля, резинка. Ага, вкус, вкус, вкус детства. Да. Что, чайный гриб продается? Нет, в коробке, наверное, чайный гриб. Ага. Сами эти самые. Угу. Как они называются? Знаете, да. Бактерии, да? Нет, не бактерии, это какая-то круглая такая. Я даже не знаю, как это назвать это. Он живой, он растет. Угу. Любит чай. Угу. Как мы с тобой. Чай любим. Вот он, вот и он любит чай. Угу. Угу. Так. А песок это для вкуса. Он кислый. Угу, да, я знаю. Да, он настоится, да. Он кислый. Угу. Да. Вот точно. Что точно? Я про чайный гриб говорю. Называется, потому что он любит чай. В кавычках, а. На гриб, может быть, это и есть гриб, я не знаю. Угу. Разных видов грибов Это Википедия нам это самое говорит о том, что это
симбиоз дрожжевого гриба с бактериями. Вот так. А мы и не знали. Ну нет, это не говорит, написано. Ой, описывает нам, что? Написано, значит, написано. Это симбиоз. Это же не я придумала, правильно? Ну ладно. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисломолочный сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом. Угу. Используется в альтернативной медицине, хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба не доказан. Угу. Ого! Чайный гриб упоминается около 220 года до нашей эры в китайских источниках династии Цинь как очищающий, наполняющий энергией напиток. Угу. Напиток проник. Давай, а? Да, сейчас. Напиток проник в Европу с российского Дальнего Востока в начале 20 века через Россию в Германию и к началу Второй мировой войны уже распространялся по Европе. Вот так. Так. А, вот так. А мы и не знали. Куда тебе после соленого сладкое? А чего, не сладкое? Это самое, не сладкий чай пить? Конечно. Так, мне интересно. Надо через некоторое время пить сладкое. Нужно разделить временем соленое от сладкого. Ну, я и разделю время. Я могу сейчас вот сесть в тарелочку, и потом я буду пить подслащенный чай. Подслащенный. Правильно? А? Дело не в том, что ты сколько положил сахара. А дело в том, что вообще его не класть. Потому что ты ешь соленое. И через полчаса надо кушать сладкое. Mm-hmm. Вот таким образом. Потому что вкусовые эти самые вообще не ощущается только соль. А если ты будешь еще сладкое пить, так... Общеевропейское название камбуча. Угу. Да. Написано. Камбуча написано. По-латински. Понятно. Ранее считалось, что чайный гриб – цельный организм. И в 1913 году немецкий миколог Густав Линдау дал ему таксономическое название. Сейчас предполагают, что чайный гриб является симбиозом двух разных микроорганизмов с последующей генной трансформацией, а поэтому данное таксономическое название является устаревшим, но все еще употребляемым. Да. Вот так. Интересно. Соленая. Это тоже рыба соленая. Это форель. Красная?
Угу. Ну, если вот без целого, мне кажется. Да. Я вот не сладкий чай пью. Вообще не сладкий. Вот. Углекислый газ. Угу. Да, конечно. Вкусняшка. Это ж еще хлебушка. Спасибо. Спасибо большое. Вулканы как-то с них черт. Интервизует. Я читаю. Угу. Да. Гриб-то дорогой, оказывается. А, все. О, еще кефирный гриб есть. Что? Кефирный гриб еще есть. Есть, да. Угу. Кефир можно делать. Ага. Кефирный. Так, а мы не знали. О, еще медовая камбуча. Угу. Да. Витаминный пребиотик, созданный путем естественного брожения натурального цветочного меда, воды и чая и органического гриба камбуча. В отличие от классической камбучи, где используется сахар в приготовлении медовой камбучи, вместо сахара используется натуральный цветочный мед. Так. Угу. Я уже прочитала. Угу. Да, селедка, конечно, очень соленая. Да. Одна соль. А на банке, наверное, написано, что мало соли. Да. Потом почитаешь.
Да. А сегодня четверг, рыбный день. А потом будешь есть селедку? Когда потом? Сегодня потом. Может быть. Ясно. Можно будет поесть. Ты говоришь, он очень соленый. Его надо с чем-то есть. Надо это самое. Либо с картошкой, либо с таким. Ну ты же сейчас с чем-то тоже кушаешь. Угу. Не одну же селедку ты кушаешь. Нет, не одну. Угу. Плюс один. Да. Зима. Вот это зима. Плюс один, вот это зима. Вот кошмар. Угу. Аномалия, наверное, все растаяло, да? Да. Уф. Ой, как вкусно. Ну так, в охотку можно, да, есть? Ну, булка, конечно. Крошистая. Одни крошки. Невский. Наелась, мам? Угу. Вот. День прибавился на 2 часа почти. Угу. Световой имеется в виду день. Thank you.
Налёшь ещё чайку. Себе налей. Чайковского. Наши птички тоже обедают. Нет, сегодня не подсыпал. Нет, пусть вон доедают то, что не доели вчера. Синька, птичка, синичек. За окном чай повешу и пей чай по трубочке. А трубочку сделаем длинную. Шланг? Да. Из трубочек. Птицы же не могут шланг протянуть. Шланг. Нет, к сожалению, не могут. Вот именно. Ты варенье съел? Нет, там еще есть, если хочешь. Ну, бери, потом возьми. Вечером. Кефир 2.5%. Я вчера пил. Не знаю, я покупал этот кефир, знаю. Пискаревского молокозавода. Это не реклама. Вот. Вкусненько. Смотри, 2 редко бывает. Да, 3.2, наверное, разбирают быстренько. Потому что он пожирнее. 3.2 белорусскую можно купить. А. И там дорогой. Песок весь высыпал? Да. Там много песка в красной банке? Ну да, достаточно. Целая? Ну, почти. Угу. Нам выходные, до выходных дней хватит. Да я читаю в это самое новости, что ты листаешь. А, ты читаешь, я думал, ты не видишь. Оттуда видно тебя? Видно. Видно. Первое прочитай. Я, да, да. Thank you.
последнее прочти. Угу, да. Я вижу. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Страницы там новости были, но я их не читала. Это да. Первая страница. Ну, вот эти верхние я не читала. Да, пожалуйста. Вкусный чаёк, свежезаваренный. Так. У тебя тоже голова болит? Нет. Нет, у меня болит. Завтра опять, наверное, неустойчивая. Что есть? Сегодня спокойная, да. Все прочитала, да? Да. Не, я это не читала, я закрыл глаза. А.
Сегодня же еще трансляция. Кстати, приходите на трансляцию. Свин 25. Четверг. И завтра тоже трансляция. В 6 часов вечера. И сегодня в 6 часов вечера. По московскому времени. Жарко. После чая жарко. Да. Запись. Хорошо. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик. Так, а где мой колокольчик? Вот. Чтоб не пропустить новое видео. Все, до свидания. До новых встреч. Пока. Точнее, до свидания. Да.